всегда хотела быть оперной певицей. Типа как в ванной петь? Именно, прямо в точку. Это то же самое, как петь в ванной. Я не хочу до конца жизни работать бухгалтером. Я хочу другого. Так чего ты хочешь? Я возьму отпуск на год, чтобы это понять. Если ты хочешь быстрое решение, то есть один способ. Меган Джеффри Бишоп. Она просто прелесть. Что вам надо? Уроки пения. Господи, ты хуже, чем я думала. Жду извинения от того, кто тебя ко мне послал, и от тебя тоже. Простите. Заткнись! Я могу долго говорить о том, насколько ты бестолкова. Говорят, оперная певица должна страдать. Вот мои правила. Никаких наркотиков, никаких посетителей, никакого алкоголя. Но мы живем в таверне. Обидно, правда? Кошмар, это же просто потеря времени. Он тоже мой ученик. У вас есть что-нибудь из местной кухни? Ты готовишь здесь? Тоже сложно представить, да? Не думай о ней, как о сопернице, но потенциал у нее есть. Давай! Где язык? Продолжай петь! Я хочу помочь тебе. Зайдешь ко мне? К тебе? Чувствуешь, как вибрирует? Ага. Думаешь, девчонка может взять главный приз? Возможно. Теперь все так запутано. Но я приехала сюда, чтобы выиграть оперный конкурс. Эй, что случилось? Я не могу это сделать! У тебя такие же шансы, как и у меня. А теперь главный момент. Победителем конкурса «Лучший голос» становится... Певица на всю голову. Так драматично. О, развела нюни. Начинаем заново с 32-го такта.